111 школа, поселок Комсомольский. Там вдалеке строительный. Варгашор. Тоже дома полупустые уже. Почта. Вот это мой дом. Вот это, да? Ага. 9 или 6? 5. Перевернутый какой-то. Да. Сейчас я здесь тормозну, посмотрю. Ну вот мой дом. Здесь у меня гараж стоял. Потом я его забрал. Вон моя кошка. На втором этаже. Да, вон моя кошка маленькая. Это там ванна. Слушай, что-то здесь нарыли. Вон мои окна на втором этаже. Да. Вот садик в том. Я ходил в тот садик. Здесь мой гараж стоял, где кусты. А вон гаражи у соседей было. Вот подъезд. А что тут? Откуда это вообще землю сюда взяли? Вот здесь соседский квартира. Дом так относительно был теплый, кирпичный, сухой. Откуда это взяли? Какая-то куча. Откуда она вообще? Они кинули свою, привезли. Чтобы... Чтобы туда не ходил никто. Что, пойти посмотреть, что ли? Здесь кладовка какая-то была. Моя квартира. О, дырка. Ничего себе. Вот квартира моя. Зал. Там что? Кладовка. Ой, кошмар. Да, большие потолки были. Да, здесь кухня. Тоже такая большая. Ванна.
еще краска осталась он. Банки еще для солений. Ой. Какая-то мебель здесь непонятная появилась. Не знаю, что за мебель. Какие-то ящики непонятные тут. Кто-то, наверное, уже жил здесь. Что, двери какие-то? Соседи тут жили. Ой. Вот здесь жили соседи тоже. Тут, по-моему, даже не одна квартира была, да. Кошмар. Вот. Да. Ничего себе, старинный телевизор деревянный, представляете, с кинескопом. Да, все еще крепко. Ничего, дом кирпичный, красный кирпич. А, во, зеркало, трюмо. Это да, вот оно так и стояло. Но зеркало открывать не будем. Ну его нафиг. Открывать еще. Да. Пофоткали еще дополнительно. Опа. Вау. Опа. Ноги нафиг сломаешь. Уж перила даже не сгнили. О, соседи тут жили. Тоже квартира, смотри-ка. Даже грибка нету, влаги нету. Что значит кирпичный дом? Так что стройте дома из красного кирпича. И все будет сухо у вас. Видите, все сухо, полы сухие. Блин, гвозди кругом. Вау. Ой. Ничего себе, как это печально. Ой. А, можно еще, мне понравилось? Конечно, можно. Да, пожалуйста, будьте любезны.